Всем привет! У нас пол восьмого утра, и, к сожалению, на улице еще пока что вот так. Видите, небо все хмурое, темное. А сегодня я хочу вам показать наш отель, в котором мы остановились. Отель очень интересный, своеобразный. Это отель спа. Вот. Номер я сняла заранее, вот по приезду, в первые же минуты, как мы зашли. Это было первое впечатление, как бы от нашего отеля, от нашего номера. Потом мы сходили, поужинали, походили, посмотрели отель, и он очень-очень-очень интересный. Надеюсь, вам понравится. И если вам интересно, присоединяйтесь. А пока мы не пошли гулять по отелю, потому что придется нам все-таки подождать немножко, чтобы рассвело, и я вам покажу наш отель ранним утром. Вот. Видите, бассейны еще без людей. Они, кстати, вечером, что, моя хорошая, вечером с подсветкой до 11 вроде бы часов ночи были такие. И вот отель еще спит. Хочу исправить сама себя, так как у меня часы на телефоне не перевелись, они остались на немецком, а здесь на час получается меньше. Значит, это у нас полседьмого. Вот так. Ну, я вижу, уже некоторые номера свет зажгли, так что не одни мы такие ранние птички. Вот так выглядит наш номер. Здесь постель. Вот так. Есть диван. И балкон со стульями. И вид из нашего балкона на океан и на всю территорию нашего отеля. Вот так он выглядит. Вот там, где женщина в белой кофте идет, там центральный вход. Вот так. Сейчас еще покажу внутри. Правда, мне кажется, что отелю не помешало бы ремонт. А, помахайте ручками. Что ты там уже ищешь? Она что-то ищет, она карточки охраняет. Это шифоньер, вот это с большими стеклами, с зеркалами. Здесь у нас вот ванна, туалет. Не душ у нас, а ванна. И вот стишонь. Ну, не надо цвета музыку делать. Вот так. Вот такой у нас номер. Вот мы вышли из своего номера. И посмотрите, какой вид открывается вот с этих. У нас отель внутри пустой. Вот там столовая. Есть пальмы. Птички поют. Вот. Везде есть проходы, лестницы. Вот такой он очень интересный. Ага, мой муж уже, наверное, пошел на лифте. Я сейчас опоздаю. Кстати, опять помашите ручка. Морген. А вот наш лифт. Вот такой стеклянный. Мы выходим и попадаем вот на такие столики. Здесь бар, кафе. Вот. Немножко вам покажу. Вот такие тут лианы, красивые пальмы. В ресторане я снимать не буду. Тут для чего-либо можно играть, шпильки. Есть площадочки. Ключ, я ключ забрала. А вот
Такой вид открывается отсюда, и здесь можно наблюдать, как садятся самолеты. Вот. Аэропорт совсем рядом. Да. Вот это мы прошли чуть-чуть в другой край. Вот. Пойдем на променад. Сейчас. Вот видите, вот эти ступеньки, это как раз там наш номер. А мы просто чуть-чуть прошли, чтобы показать вид из окна. Вот. Везде вот такие пальмы, зеленушки. Правда, по самому отелю нам приходится ходить в масках. Маски снимаем только в ресторане и на бассейнах. Вот, получается, это как бы мы живем посредине отеля. Вот такой вид отсюда. Вот. Очень много зелени. Но как садятся самолеты, я еще вам, конечно, покажу. Вот так. Это спа-отель. Я уже, наверное, говорила. В самом низу, в подвальном помещении, там есть сауны. Вот еще раз вам покажу вот эти водопадные зоны. Все из черного камня. Остров, я не помню, говорила, не говорила. Он полностью черный. Правда, местами есть и белый песочек, и красный песочек. Сейчас мы попадаем, заодно еще немножко видов. Сейчас мы попадаем в холл. Вот, есть вот там территория прибассейная, то, что я показывала с балкона. Вот. Очень много вот таких в нашем отеле резных вот таких фигур. Очень много. Не очень удобно ходить в этих масках, но как у нас выбора нет. Такие здесь правила. Очень красивые. Вот тут шкафы стоят по всей территории. Вот такие резные. Ага. Лавочки деревянные. Есть кабинки для телефонных переговоров. И вот сам холл. Вот такой он у нас. Есть залы, где можно будет слушать музыку. Сегодня или завтра там будут выступать исполнители. Вот видите, тут ступеньки. Вот это в подвал. Там есть торговый центр маленький и сауны, и массажные кабинеты. Но я думаю, еще вам это покажу. И вот центральный холл, центральная получается часть нашего отеля. Вот так выглядит территория нашего отеля. Это я, да, есть поля с мини-гольфом. Это я вам показываю. Вот выход на променаду. Есть вот такие поля с мини-гольфом. Есть два больших бассейна, как вы уже видели из окна, и есть маленький детский. Но возле бассейнов я снимать не буду, потому что там ночи много людей. И немножко покажу снизу. Вот это кафе, такие кустарники, и вот можно зайти обратно внутрь. Вот, как я говорила, очень много резных таких фигур, резных вот. И мы отправляемся обратно по таким вот дорожкам. Отвлечемся немножко от нашей экскурсии по отелю. И я вам покажу, как у нас работают аниматоры. Вот так. Весело. Солнышко светит. Там вдали яхты курсируют. Народ отдыхает. Довольно-таки веселые у нас аниматоры. Вот. Вот так у нас проходит отдых в этом красивом отеле.
какие здесь пальмы есть. Это мы теперь спустились на минус один. Ага, вот. Я вам хотела показать, где находятся магазины. Вот, на минус первом этаже. Ну, магазины закрыты. Вот. Вот так. Вечером откроют? Наверное, я не знаю, когда они откроют. Мы не интересовались. Ну вот, в отеле на минус первом этаже есть свои магазины. Есть вот такая зона для развлечений, детские там, всевозможные аппараты стоят, где можно поиграть. Опять же, магазины с сувенирами. Вот. Показано, какие есть бассейны, спа. Ну, то надо в отдельный вход входить. Вот мы там еще не были. Вот есть указатель, чтобы не заблудиться. Вот. Такие тут у нас пальмы растут. И если сюда мы пойдем, то мы попадаем в ресторан. Вот туда. Вот. Здесь каскад из фонтана. Ой, извиняюсь, водопады такие маленькие и лестницы. Вот, вот такой у нас отель. И как я уже сказала, везде очень много вот таких деревянных резанных скульптур и вот всевозможных таких скамеечек. Вот. Стулья, фигуры вот такие и много комодиков. Вот таким камнем здесь все выложено на этом этаже. И я где-то потеряла мужа с дочкой. Вот еще одну вам такую интересную фигуру покажу. Вот такой буйвол. И мужчина, женщина и маленький ребенок. Очень красивые работы. Вот такие. А муж мой с дочуркой уже убежали сюда. Здесь есть даже фортепиано. И обещают концерты с живой музыкой. Да, вот так. Вот. Вот висят объявления. Кто будет играть, когда будет играть. Вот можете выйти на такую терраску посидеть. Вот очередная скульптура такая. И там обезьянка сидит на нем. Вот мы обратно зашли вот под эти проходы такие. И ой, кто-то уронил. Тут есть парикмахерская. О, какой тут мужчина вырезанный стоит. Атлет. Есть фитнес-зал вот тут. И вот тут как раз девушки идут, где спа-зона. Также вот здесь есть спортзал. Вот поэтому здесь вот этот красивый такой мужчина атлетически вырезан. И вот такие у нас тут есть беседки, туннели из бамбука. Или это просто похоже на бамбук? Да нет, бамбук. Еще немного вам покажу наш внутренний двор отеля. Здесь вот из этих черных камней сложены вот такие. И наши прозрачные лифты.
Вот так. Вот так выглядят фонтаны, когда они работают. Такие каскады. Вот. И здесь есть еще один зал. Тут ужинают те, у кого все включено. Вот, покажу немножко с этой стороны. Но хочу сказать, что те, у кого все включено, также ужинают и завтракают, и обедают вон в том зале ресторана. И вот так выглядит наш отель с центрального входа. Вот такой. Сюда приезжают автобусы. Вот. Есть такие подъемы. Выйти на улицу. Правда, очень сильный ветер. Опа, а как такси быстро ездит? Ау! У меня платье летает. Вот. Покажу вам немножко сдали. Вот так это выглядит. Ой! Ветер очень сильный и телефон аж шатает. Вот такая небольшая экскурсия отелем, в котором мы остановились. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И до новых встреч. Всем пока-пока.